Хочу показать, что такое низкий гематокрит. Вот здесь одинаковый уровень крови, и после центрифугирования это хорошо наглядно видно. Допустим, справа пробирка нормальный гематокрит 50, и слева пробирка гематокрит 26, то есть в два раза меньше нормы. В анализаторе гематокрит — это измеряемый параметр, который вычисляется по подсчитанным эритроцитам. Ну а сам гематокрит, или еще называется гематокритное число, это соотношение объема эритроцитов к объему цельной крови. В анализаторах выражается в литрах на литр, потому что анализатор, ну, там, смотря какой анализатор, там, допустим, какое количество крови он забирает на анализ, там 20 микролитров, и он этот объем переводит в литры, подставляет количество подсчитанных эритроцитов, получается поэтому единицы литр на литр. Но можно гематокрит высчитывать и в центрифуге. Раньше были такие капиллярчики, вот здесь фото из интернета, поэтому выражалось это в процентах, потому что вот капилляр имеет такую шкалу. Такие центрифуги можно на центрифугу определять гематокритное число. Ну, только я не знаю, кто, зачем и кто это делает, если честно, я этого не знаю. В анализатор в основном пользуются показателем, который выдает анализатор. Вот в ротор закладывается капилляр, она крутится определенное количество минут и выдается результат уже в процентах, если это определяется на центрифуге.